Он услышал про ограбление и, не раздумывая, помчался за нарушителем. 18 октября Максим Жулябин шел привычным путем в аптеку на улице Старозагора за лекарством. Подходя к аптеке, я увидел, что оттуда выбежал подозрительный мужчина. У него на лице была натянута шапка, шарф. Зайдя в аптеку, я увидел какую-то суматоху. Я спросил, что случилось, сказали, что произошло ограбление. Когда я к нему его догонял, я хотел его повалить, ударил ему по ноге, чтобы он потерял равновесие. И он начал мне отвечать, и завязалась драка. И так получилось, что и я получил, и он получил. По удачному стечению обстоятельств мимо места преступления проезжал патруль ДПС. Они увезли грабителя в отделение полиции. Злоумышленником оказался молодой человек, не местный, по-русски говорит плохо. Свой поступок объясняет, что денег нет, честным путем заработать не удалось, пришлось идти на разбой. Улицу я не знаю, просто пошел по улице, глаза глядя. Зашел в аптеку, немножко сейчас смотрю, подумал. Все, там деньги сколько были, взял и уже. Сотрудница аптеки рассказывает, нападение для их учреждения не первое. Место бойкое, и публика самая разная. Ну и буйные бывают, и тоже перерезали через витрину. Mm-hmm. Тоже так же. Из кассы грабитель похитил 14 тысяч рублей. Угрожал игрушечным пистолетом. Только разбой не игрушка, за это светит реальный срок. А Максиму Жулябину руководство МВД вручило награду. За содействие в раскрытии преступления и активную гражданскую позицию, диплом и ценный подарок. Этот поступок мужчины-гражданина, безусловно, ценен. Каждый такой поступок становится объектом самого пристального внимания руководства управления. Мы, безусловно, оценили гражданскую позицию этого парня и, естественно, предложим ему место в наших рядах. Максиму Жулябину 22 года. Он окончил Самарский политех. И предложение работать в полиции собирается принять. Олеся Корецкая, Максим Гусев. События.